15 июня этого года в дежурную часть индустриального отдела полиции поступило сообщение о том, что около 22.00 недалеко от ночного клуба «Абриколь» по адресу улица Махначанская, 79, прохожей была обнаружена девочка новорожденная, замотанная в тряпку. Данного ребенка граждане занесли в клуб и вызвали скорую помощь. Ребенку была оказана необходимая помощь. На данный момент ребенок находится в перинатальном центре города Харькова, где ему была оказана необходимая медицинская помощь. Состояние ребенка на данный момент, по информации врачей, удовлетворительно. Отделом полиции индустриального района данное происшествие было внесено в единый реестр досудебных расследований по признакам уголовного правонарушения, предусмотрено статьей 135 Уголовного кодекса Украины. Это оставление в опасности. На данный момент органами полиции принимаются все меры к установлению личности матери, а также иных лиц, которые могут быть причастны к совершению данного правонарушения.